Приветствую, друзья! Вы на канале Only Top Games, с вами Громбал, и это игра Raft, которую я запустил, чтобы в очередной раз поделиться с вами приятными новостями по поводу разработки, как можно поиграть, собственно, прямо на моем плоту Катамаран, который называется, ну и как, собственно, можно получить эту игру совершенно бесплатно. Итак, с чего начнем? Друзья, конечно же, начнем с Varuna Point. Varuna Point — это следующее обновление, которое придет на смену Raft The Second Chapter. Посмотреть Raft The Second Chapter или продолжение Raft, грубо говоря, можно на канале в отдельном плейлисте. Как, в принципе, и все прохождение по Рафту, как мы этот плот, собственно, вместе с вами строили. Здесь уже собрано абсолютно все и исследован практически весь контент игры на 99,9%, я бы это так сказал. Единственное, что мне не удалось найти, это золотого робота, но он существует, ребята уже писали в личку и показывали скрины этого золотого робота. Мне, к сожалению, его найти не удалось, но все остальное, полностью все, тотем вики мы с вами собрали, маску получили. Давайте посмотрим, как я, собственно, выгляжу в этой маске. Вот так вот. Уникальная маска. Плюс, конечно же, собрали все доступные кассеты. И вот одна из них, кстати, играет. Но мне в ней нравится больше вступление. Вот, особенно эта часть, я балдею. Плюс, друзья, какие у меня есть еще? Есть еще, конечно же, элеватор кассет. Это, собственно, лифтовая музыка или лифтовая музыка, которую мы нашли на острове Тангаро в скрытой комнатке хакера. Так, плюс это рок, плюс это классика и, конечно же, EDM. Тоже довольно ничего. Мне, кстати, неправильно я сказал, на 99,8%. Одну маленькую картину еще не удалось найти и получить последнее достижение. А так, в принципе, игра пройдена, ну, практически все, что можно, мы с вами сделали. Как это было, еще раз повторяю, можно посмотреть в плейлисте на канале. Я добыл более, уже, наверное, более, я еще за кадром играл, более 100 кладов. Но это мистер Рандом. Мне, к сожалению, не выпало. Если бы еще нашел золотого робота, говорят, там есть еще какое-то золотое копье, но я думаю, это чисто админская штука, а вот робот точно присутствует. Копья, к сожалению, не найти. Так вот, друзья, как же, собственно, можно получить этот плот и поиграть прямо на построенном плоту? Можно получить, друзья, оформив спонсорскую подписочку. Там три уровня, но первый начинается чисто с символической суммы. Для всех спонсоров канала будет доступна ссылочка, по которой вы сможете скачать мои сохранения с инструкцией, куда их установить, и прямо играть вот на этом плоту Катамаран. Развивать его и строить дальше, если будет такое желание. Ну и, конечно, если вы сами хотите это все делать, или неважно, просто хотите официальную лицензионную копию игры совершенно бесплатно, которая будет обновляться и приносить все изменения, а не искать ее где-то на левых источниках, то, конечно же, я расскажу, как это сделать. Все очень просто, в принципе, как всегда. Во-первых, не забудьте поставить лайкосик этому видео. Во-вторых, вы должны быть, конечно же, подписчиком канала Only Top Games. Проверьте свою подписочку. В-третьих, друзья, так как конкурс спонсорский, вы должны подписаться на каналы спонсоров. Это Stream Job. Два товарища, которые однажды решили заняться творчеством для собственного удовольствия. На момент создания канала все их познания и опыт равнялись запросам в Google по любому вопросу. Этот канал – их путь в медиа-контенте. Они стараются для вас и всегда открыты для обратной связи. Зовут их Ники и Серж. И вот именно благодаря Ники и Сержам мы еще одну, уже я даже сбился с какого счета, друзья, это уже 7-й или 8-й раз, уже очень много копий Рафта роздано на канале, и я рад, что у меня получается это сделать. Что ж, друзья, не забудьте подписаться на каналы спонсоров, это обязательное условие. Ссылочка на канал Stream Jobs будет в первом закрепленном комментарии, как и ссылочка на группу ВК, тоже все ищите там. Ну и еще одно условие, вы должны вступить в группу канала ВКонтакте, поскольку именно там вы узнаете о результатах розыгрыша и о самых важных новостях. Ну что ж, и последнее, все что вам остается, это написать любой комментарий с указанием своего ID ВКонтакте. Друзья, не нужно копировать всю ссылочку на вашу страничку, такие комментарии YouTube скрывает. Просто скопируйте то, что идет после слэша
vk.com. Ну и все. Только не забудьте, что у вас должен быть открыт фид подписок, чтобы я смог увидеть, что выполнили условия конкурса. Результаты будут подведены через неделю и опубликованы в группе канала ВКонтакте. На этом все. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Внимательно выполняйте условия конкурса и пусть удача улыбнется достойнейшему. А мы ждем Варуна Пойнт.